Начиная запись, что у нас, ребята, Catskins, T-Storm, Catskins Cup у нас, не знаю, это Венера, короче, Венера группы какие-то играют, какой группы, я точно даже не знаю. Играют у нас PPG Black против команды Quickly. Против команды Quickly PPG Black у нас взяли, что, пистолеточку, карту у нас... Сейчас, еще секунду, ребята, одну секунду. Все. Так, собственно, у нас остается один Денис из команды PPG Black. Вот такой вот у нас просто невероятный камбэк какой-то происходит. PPG Black взяли у нас пистолетку, но отдают форс раунд. Отдают форс раунд, и, собственно, это будет 1-1 у нас счет. Я представляю пока составы команд PPG Black. У нас играет кто? Играет у нас Бир, Тавакин, Рыжнов, Денис или Денис, я не знаю, как правильно, и Флок, собственно. Команда Quickly играет Jam, Secretly Person, Вардерина, Skywalker, наверное, правильно, Skywalker и Квустен, Квустен Экст, не знаю, как правильно. Да, я слушаю ГГ Мейстер тебя, внимательно. Я всех еще раз приветствую, ребят, на трансляции. Это у нас Winner Bracket, 1-1 у нас, Force Round взяли Quickly, и что у нас происходит дальше? Смотрим. Смотрим, это T-Storm, Catskins, Cup, 32 команды, Winner Bracket группы какой-то там. Наверное, это группа B. Ладно, Jam дает Open Frag. На пленту А у нас что, раскидочка плента от команды Quickly выходит, они просто залетают на плент. У нас за тремя сидит кто? И сидит у нас Флок с 5-7, его прочекали, выходит он стреляться неудачно. Еще Давакин у нас тоже умирает, остается у нас Эксбир и... Рыжнов, собственно, остались. Рыжнов у нас здесь с Эртыгалом, с Фомасиком. У нас бегает Бир, где-то он себе его выбил. Рыжнов делает у нас, кстати, минус дигла. Хороший голову поставил. И все. Привет. Привет, Фербисинка. Привет. Рад видеть. Скайуокер, типа, ходящий по небу. Понял. Так, как конфузы сыграли? Конфузы проиграли. Почти камбэкнули, почти. Но вот чуть-чуть не хватило, чуть-чуть. 16-9 они проиграли. Вудейс, Вудейс, друг мой, спасибо тебе за подписку, за поддержку моего Twitch-канала. Спасибо тебе, друг мой, спасибо. Ну что ж, у нас сейв произошел или не произошел? Нет, не произошел, только я хотел сказать, что Бир засейвил у нас Фомасик, но нет, не засейвил. Quickly второй раунд взяли. 8400 вот этого парня у нас, у Джама. 8400, да, богач просто купается в деньгах. Что у нас по закупу? PPG Black у нас эко раунд, собственно. Сливают они карты Декэш у нас, ребята. 2-1 у нас счет. Quickly пока ведут. T-Storm Cup, catskins.ru. Смотрим, что у нас. Выход на мейн, видимо. Да, Квист у нас делает минус. Ну что, в спину убьешь? Да, убивает у нас Денис в спину Квистона. 4 в 3, уже 4 в 2. Все просто вымирают, как муравьи у нас. Игроки команды PPG Black и последний... Денис отваливается от Джама, хороший килл, ну и все. Люк Скайуокер, у него еще ситх на аве. Здорово, Триггер, здорово. Всем пока, спокойной ночи, с вами... Пока, Смок. Пока. Так, смотрим дальше. У нас что, закупочка наконец-таки от ребят из команды PPG Black. 5 кольтов, Хоки Хай. Привет, кто там, администратор, организатор, я не знаю, кто ты там сидишь. Крипт, Крипбест, наверное, это ты мне написал. Привет. Давайте отвечу. Хай, братка, хай. Смотрим мы, что, у нас уже Давакин где-то отвалился, я пропустил этот фраг, к сожалению, у нас, что, выход оплента намечается, у нас 3 через мейн, просто квест выходит первый, у нас делает минус, опен фраг на А, пленте, кто же там в дыму у нас сидит, Бир, у нас убивает бомбу, стреляется дальше, нет, убивает у него Вардарина, 2, у нас в 4 ситуация, плент А, просто полностью у нас пуст, Денис у нас мод, прилетает ему, он бегает от него, прячется просто, попытается у нас, видимо, выбить. Аплент, но не удается. Рыжнов убивает спину, у нас еще Скайуокер просто, да, Скайуокер просто убивает последнего игрока. И да, Квустен у нас убил его, Скайуокер помог. 4-1. Почему лагает, у меня не грузится? Не знаю, не знаю. У всех вроде как нормально все. У всех вроде как все нормально. Не знаю, честно, не могу сказать, почему такие проблемы у тебя.
Смотрим мы дальше. 4-1. Пока Quickly очень уверенно. У нас ведут игру за атаку. Skywalker у нас апает Вардрина. Он с ВП. Выходит, просто чекает мидл. Квистон у нас просто открыватель 2000. Он везде выходит первый, пытается кого-то убить. Моментальный, короче, у нас фраги тут везде происходит. Я даже не знаю, за кем еще смотреть. У нас Рыжнов. Флок у нас на пунте. Убивает, кстати говоря, с П250 одного игрока. Но бомба сейчас уже будет ставиться у нас, видимо. Ну, Сака вот пытается у нас контролить. Кто это? Секрет ли Персон? Да. Пытался его контролить. Рыжнов тем временем делает минус на Квистоне. И последний минус тоже за Персоном. Секрет ли Персон? Не знаю, как я тебя называть правильно. Ладно. 5-1. 5-1 счет. Пока что не удается у нас... Ну что, Макс, как мы сыграли, писечка? Хорошо сыграли, ребят. Поздравляю с победой, молодцы. Но... Блин, я даже запутался в играх уже что-то. Слушай. Хорошо сыграли. Хорошо, молодцы. Взяли, затащили. Ладно. Что у нас? Закуп раунд 4 кольта. А что у нас у Иксбира? Иксбир просто стоит АФК. Вот это да. Ладно. Рыжнов пытается убить кого-то на БПте. Слева его уже обходит просто Скайуокер. И все. И все, в принципе, Бплэнд практически пуст. Да, у нас только на девятке играет там Давакин. Деннис тоже у нас под девятью. Ну и опять у нас ставится бомба. И опять не удается ребятам из команды ППГ Блэк что-то противопоставить на пунте. Скайуокер просто делает уже у нас дабл килл. Прекрасная игра. Выходит он просто в смог. Замечает третьего флога. Делает еще один минус. И остается у нас Иксбир, который просто стоит АФК. Это шестой раунд для команды Quickly, 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 да. 6-1. 6-1 пока что без шансов. На самом деле, вот не могут у нас ребята просто как-то отбить свой план, как-то вот дать нормальные размены, я даже не знаю. Не получается, не получается. Это очень печально. Это очень печально. Хотелось бы мне увидеть все-таки упорную борьбу, но пока что она не получается. Ну, посмотрим, может быть... Дальше игра у нас на 180 градусов совершенно развернется. Гримейстер, друг мой, спасибо тебе за подписку, за фоу на мой твич, за поддержку канала. Спасибо. Джинекс, привет. Привет, рад видеть. Всем, ребят, всех приветствую. Я кого не видел, с кем еще не здоровался, может быть. Всем здравствуйте. Вот, собственно. Смотрим мы. Сейчас я все-таки уточню, что это у нас за группа играет. Вот, сейчас посмотрю. Итак. Сейчас посмотрим. Я вот просто не понимаю, кто же у нас, какая же эта группа все-таки играет. Видимо, это группа Б. Возможно. Ну, не знаю, ребят, честно, не хочу врать. Не знаю, какая это даже группа, но это точно Винера у нас. Я вот просто не могу сетку найти, к сожалению. Я вот ищу-ищу и не могу найти. Ищу-ищу и не могу найти пока что. Так, ну где же сетка-то, боже? Ага, вижу. Вижу. Это группа Б, ребят. Это у нас группа Б, это Штурмкап. Quickly против PPG Black. Это у нас... Да, это у нас, короче, Винера. Quickly у нас победили команду NLMV, PPG Black Fantastic Five. В полуфинал групп. Вот, собственно, сейчас они выясняют, кто же из них будет the best of the best в этот раз. Вот так вот. Группа BPLOV. Да, я понял. Что ответить, ГГ Мейстер? Я не видел твоего сообщения. Давай еще раз напишешь, и я... Я прочитаю повнимательнее. Ну, ты сидишь за коуча, и почему ТП? Кому? За что ТП, собственно, не понимаю. За что им ТП давать? Ответь мне. Да, ИГГ Мастер, напиши еще разочек свое сообщение, которое там я не прочел, может быть, по своей невнимательности, или по своей загруженности, или еще по чем-то, я не знаю. Просто пропустил, наверное. Ладно.
Смотрим дальше. 6-1 у нас счет. Что форс? Такой полуфорс какой-то. У троих игроков у нас броня закуплена, у остальных ничего, собственно, и нету. Давайте у нас в аркаде. На мейн, собственно, дается флешечка у нас, и Скайуокер у нас должен тут всех рубать. Нет, Давакин делает минус у нас. Контроль секретли персон у нас Давакина. Его в спину просто Кьюстон еще убивает. И три игрока у нас живы еще. Флок, Рыжнов, кстати, тоже умирает. Ну вот Денис, хорошо, убивает у нас, выбивает калаш. 2 в 3, ну тут как тут Вардерина. СВП убивает Дениса. Остается, собственно, один у нас флок против троих. Это седьмой раунд и все. Так. Каждый игрок должен быть адекватный. В профиле игрока должно быть как минимум 30 часов. Итог дисквалификация. Ну, блин, ну, я не знаю. Я не знаю. Я вообще, честно, я вам скажу вот всем, да, то, что я не понимаю ребят, которые там... Которые машнят за часы, вообще, зачем это нужно? Ладно, я может, в чем-то не разбираюсь. Но у нас у секретли, видимо, 2,9. Или что это такое? Не знаю. Короче, администратор написал секретли, что у него, кстати, по часам. Привет, Эксбир. Привет. Ладно, если ТП дадут, то я буду расстроен, что я не посмотрю игру, не покомментирую для вас ее, собственно. И все будет очень печально. Ладно, 7-1 у нас, смотрим мы байраунд от команды ППГБ. КВП поднял флок, промахивается он по мейну, теряет 2 хаустпоинта всего, но это ничего страшного, конечно же. А куда у нас вообще атака движется? Движется у нас атака под БПН, бомба у нас. Вот она, мама у нас на меде пока что находится. И Скайуокер у нас один играет под апунтом. Так, дается у нас такая вот флешечка, но на Скайуокера под эту флешечку, к сожалению, никто не выходит. Чекает он, убивает у нас Бира, боже. Вот это да, один просто под апунтом разруливает ситуацию. Дает еще молотов у нас за три. Выходит просто спокойненько и видит у нас Флога. Флог дает в ногу ему. Но тут еще Кьюс у нас выходит. Но Давакин тут как тут, хорошо, дал минус. Размен уже есть, молодец. Продолжает стреляться, джамп делает минус. СВП у нас Флог пытается кого-то выцепить. СВП, но пока что неудачно. Итак, у нас 4 в 3 ситуация. Опять у нас защита в меньшинстве. Ставится бомба, и опять шансов у нас... Шансов на взятие раунда маловато. Опять в ногу дает у нас флок. Второй раунд подряд, уже второй раз подряд, точнее, извините. Взрывает у нас Денис, хорошо взрывает. Рыжнов убивает у нас Скайуокер. Остается у нас Вардерин один. Остается, кстати говоря, и он далеко. И он очень далеко, и нужно дефузить. Садиться и просто и дефузить бомбу. Вот это да. Простреливает, вы посмотрите, что он делает. Он просто простреливал его, но нет. Не прострелил, все же. Так. Если пруф в зоме дадут, то ТП не будет. ПГБ, если проиграете, то проигрывайте. Вы раки, а ребята перспективные. Просто у нас Скайуокер покидает игру. Вау. Ставится пауза. Где там этот... Где он? Я не вижу его. ГГ Мейстер, что ты хотел? Еще раз, я не вижу твоего сообщения. Может быть, я опять что-то пропустил? Ладно, у нас что? 4... Да, заходит у нас Скайуокер. Все-таки он вылетел, но быстренько вернулся. Второй раунд у нас по ПГБ взяли по ошибке, кстати говоря. По ошибке своей. 4 в 3 они были, но вот, к сожалению, как-то не смогли. До конца оборонять свой плент. Умерли все, в принципе, один только СВП у нас кто-то там засейлся. Я уже не помню кто, к сожалению, но это не особо сейчас не стоит так важно. Итак, Вардерин у нас СВП под апунтом. В мейне играет, смотрит осторожненько, очень сейвово играет. Но вот он один. Он один, нужна какая-то хелпа. Вот только сейчас у нас два игрока из команды Quickly тоже прибегают. У нас Бир. Бир 40 кп имеет, он стоит в пунту, дает смачок. Зачекал у нас Скайуокера. И просто все уже под аплентом у нас сейчас попробует Кьюстон открыть аплент. Ну вот, если сейчас Бира убьют, то это будет очень хорошо. Так, выходит стреляться, Давакин хорошо делает у нас минус, помогает своему тиммейту Биру. 3 в 5 уже ситуация, ну вот собрались, видимо, ребята у нас из ППГ Блэк. Так, выходит у нас стреляться, еще Бир хорошо спреет, убивает еще секретли персона. Бомба выбита, 2 в 5. 2 в 5, Скайуокер. Теперь уже остался один Вандерина, убивает он одного. Но на даблкил его не хватает, к сожалению. И это у нас что? Это у нас 7-3. Счет, собственно, почему у меня лагает? Только звук идет, а игру не грузит. Не знаю.
Ребят, не надо ругаться там, выяснять отношения по поводу того или иного что-то там игрока, кто где играл. Это CSGO, собственно, поэтому не надо ругаться, собственно, выяснять отношения. Не надо, не стоит это того, не стоит. Смотрим мы. 11 раунд, первая половина, собственно, встречи, 2 ВП у нас у команды ППГ, Блэк, Флок с ВП, Едавакин тоже с ВП, смотрит у нас Флок, ну как же Вардерина сейчас играл, он просто заваншотил у нас АВПшника, и что, выходят они быстренько на мейн, бегут они на Бира, Бир у нас что, с Калашом играет, его в спину просто убивает, нет информации у него, боже, ну... Это сейчас просто проигранный раунд может быть, но Бир. Бир отходит с 4 хп, делает минус 1, зачем-то зажал, хотя мог спокойненько забрать еще одного игрока команды Quickly. 3 в 3 ситуация, с АВП играет Давакин у нас за плантом. Дает флешечку, вот такая хорошая флеш. Слепит у нас. Слепит, боже, не убивает у нас, ой-ой-ой. Но взрывает все-таки, взрывает последнего игрока команды Quickly. Квистон у нас просто фул флеш, пытался там кого-то убить, но нет. Ладно. Ставится опять пауза. Да, ребят, если есть какие-то вопросики, пишем на все, ребят, отвечу. ГГ-мейстер мне так ничего и не написал. Я не знаю, что ты хотел. Ну да ладно. 15 человек на трансляции, ребят, я всех приветствую. Всем здравствуйте. Смотрим мы игру T-Storm Cup Catskins. Catskins.ru. Турнир вот такой вот. На 32 команды. Это у нас финал венеров группы Б. ППГ Black против Quickly. Итак, по статистике, за первые 11 раундов. Команда ППГ Блэк. Рыжнов. 7-8, 8-9, 8-10. Извините, Давакин. Денис. 7-7, 6-9. Бир. Флок. 1-9. Команда Квикли. Секрет Ли Персон. 10-6, 9-4. Джам. Вардерина. 8-3, 8-7. Скайуокер и Куистон. 8-9. 8-9. Ну, вот такая пока у нас ситуация. Счет у нас пока 7-4. Довольно-таки резво. Очень начали у нас ребята из Quickly. Взяли они 7 раундов подряд после проигранной пистолетки. Но вот потом они 3 раунда уже отдали. Подряд тоже. И ППГ Блэк пока что на подъеме. ППГ Блэк пока что на подъеме. На подъеме тащат они раунды, берут. В принципе, все пока что у них вот начало получаться. Наконец-то Скайуокер у нас покупает АВП, 4 калаша у команды Quickly. Наконец-то закуп, и будем смотреть мы. Будем смотреть, Флок у нас с АВП играет на миде. Скайуокер у нас на подсадочке. Можно, кстати, попробовать сейчас выцепить Флога, если тот вылезет. И, боже, в ногу попадает у нас Флок по своему... оппоненту по Аплуа, вот, по тоже снайперу команды Quickly. Скайуокер дает флешечку на мид, кидает еще и смотчок у нас в мейн, и сейчас будет у нас выход, видимо, на мидл. Выход, видимо, на мидл. Так. Под Аплунтом у нас Квистон, Секрет Персон играют. Такой вот очередной дефолтик от команды Quickly. 7-4 пока счет. В принципе, все позволительно, в принципе, все нормально. Пока что игра равная. Игра равная. Но вот, я не знаю, может быть, постараться как-то вот ППГ Блэком в аркаду, может быть, сходить или еще что-то. Я тут, брат, извини, что ушел. Что хотел, ГГ-мейстер? Да, я слушаю тебя внимательно. Что ты хотел? Итак, Рыжнов у нас умирает под Б-пунтом. Вардерин у нас просто дал минус. Секретный перст еще дает минус у нас. Ну, господи, как же так-то рассыпаются просто моментально. У нас игроки команды ППГ Блэк. Флок у нас играет с ЛП. Он ждет, ждет свою добычу, ждет Секретный Персона. Тот выходит. Да, наконец-то убивает он с ЛП его. И что, у нас все идут на оппонент, видимо. Но если сейчас Флок себя хорошо проявит, он может, в принципе, затащить этот раунд из своей команды. У нас Бир за пунтом воюет просто с игроками команды. Quickly взрывает его, и что? Боже, что? Что это? Как-то не попал, друг. Ладно. Один в один. Один в один против Квистона. Остается у нас Флок. С ЛП. И делает минус, боже, да, затащил. Клатч раунд, минус 3 в этом раунде он дает. Прекрасно. Прекрасно. 5-7, ППГ Блэк. Затащил. Раунд для них Флок. Кстати, Флоку тут 4 минуса дал за всю пока игру. И вот 3 минуса были именно в этом раунде. Ну вот так вот, парень. То есть в самый нужный момент собрался и в самый нужный момент затащил. Раунд 5 для команды ППГ Блэк. Смотрим мы дальше за игрой. Секреты Персон опять покупает у нас ВП. На последние деньги, видимо, закупились у нас ребята из Quickly. Но вот 5000, кстати, у Вардерина и 2000 у Джама. Ладно. Выход у нас на Б-плент, видимо, намечается. Рыжнов у нас играет с пунта. Вот такая вот у него позиция. Дает он хаешечку. Хае. Не особо удачный. Замечает он одного игрока в рукаве. Стреляется с ним. Пытается его убить. Спрейт. Спрейт неудачно. Выходит уже и джамп помогать. Флешечка хорошая, кстати, пролетела на плент. Под эту флешку, к сожалению, не вышел. У нас Рыжнов убивает у нас Бир.
Кого-то там где-то убил, я не знаю даже где, Бир, где ты его нашел? В меди... А, вот, вижу, вижу, где убил. Итак, 4 игрока живые, вот, 2 хп у Квиста. 2 хп, у Дениса у нас 4 хелспоинта. Пока что все крайне печально. Крайне печально, отбить этот поинт будет крайне тяжело. Вдвоем, тем более очень рядовый у нас Денис. Да, и Вардарина делает даблкил в этом раунде. Уже остается один Давакин. Он против 4 игроков делает минус 1. Залетает на поинт, стреляется против Джама. Джам делает уверенную голову. Прекрасно. 8-5. Первая половина у нас уходит в копилочку команды Quickly. 13 раундов у нас за... За бортом нашей трансляции. Так, ГГ-мейстер, привет, да, привет. Писечка красавцы. Согласен, согласен. Хочу за кого-нибудь сыграть. Стример, кто вин? ВГНЮ или кто? Да, ВГНЮ выиграли. 16-9, если мне не изменяет память. Итак, Квистон у нас просто, ну вот это вот опен фраг замечательный. Убил просто сразу Рыжного, выходит на Б-плент в одиночечку. У нас Бир там 7 хп имеет. Флок делает минус, залетает он в мейн, неудачно. Флок остается вместе с Деннисом. Деннис тоже должен сейчас умирать. Да, Деннис отваливается. Стс 1 флок против 4 игроков команды Quickly. Это 9 раунд, дорогие друзья. 9-5 будет счет. Ну, надо 6-й по ПГ-блэкам тащить. Вот как-то вот... Сквозь зубы, сквозь все невзгоды, сквозь все вот проблемы надо пробовать затащить все-таки 6-й раунд. Отваливается у нас еще флок, не засейвил он свой калашик на ласт раунд. Ну что, закуп, кстати, будет не очень хороший. У Бира 3600, 400 у Дениса и 4400 у флога. То есть это кольт с флешкой у флога, у остальных просто вот... А, даже решает не кольты покупать, то есть бизон вообще у нас тут. P90, 2 кольта и АВП. Вот такой вот закуп команды ББГ Black. Ну что ж, будем смотреть. Last round. Первой половины. Вот это ап, кстати. Да, вот это хороший ап. Ой, я зачем ты слез? Не понял я. Что вы делали там? Ладно. Бегут у нас просто все игроки команды Quickly под аплент. У нас Давакин на приеме. Один, кстати говоря, почему-то и только флок ему помогает. Да, флок делает минус, хорошо, у нас Давакин тоже делает минус. Прекрасно, минус 2 моментально дали. 3 игрока у нас осталось. Давакин, молодец, вместе с флогом. Хорошие позиции заняли и смогли забрать. Но вот плохо в том, что они как-то вот вышли не вместе просто, вот без размена. Ну ладно, Квистон. Почти уравнивает уже шансы команд. Выходит он на плен, просто стреляется против Денниса. Но Деннис делает минус, у нас секретный персон. Тоже делает минус стек 9. Просто залетел на плент, ставится бомба и 2 в 3. 2 в 3 у нас секретный персон с ЛП. Попробует оборонять свой плент. Флок смотрит с ЛП. Его что, выходит стреляться неудачно. Джам у нас делает тем временем тоже минус. 2 в 2 ситуация. Но очень рядовые игроки команды Quickly. Неужели это может отойти раунд Quickly? Секретный персон делает минус 2 буллкил. Боже, трипл килл в этом раунде. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну вот всегда на лысо стрижешься. Я не на лысо стригусь, я стригусь под 0. Под 0,4, под 0,5. 4 мм, то бишь, или 5 мм. Вот так я стригусь. Глобал, спасибо тебе за подписочку, друг. Спасибо за поддержку трансляции. Спасибо. О себе рассказать сейчас не могу, потому что у нас, собственно, пистолетка. Вся информация там есть внизу. 23 года, город Тула, Максим, высшее образование. Больше я не знаю, что еще сказать. Я служил в армии. Вот вся моя автобиография. Смотрим дальше. 10-5. У нас счет Quickly. Смогли взять 10 раунд. И что, у нас... Рыжнов бежит под аплент. Нахиливает, кстати, у нас Джама. Убивает еще и Квистона. Выходит просто на морозе. Вы посмотрите, без флешек, без всего. Просто танк. Просто танк. Бежит и убивает всех. Нет, все-таки не удалось ему еще один минус сделать. Это, кстати, какой-то у нас фейк раунд был. Флок у нас разбирается на пленте, убивает двоих. Тем временем у нас выход идет уже на Б-плент. Но там Вардерина разобрался с одним игроком. И Вардерина дабл килл дает. Вот это да. Ну, такой фейк хотели сделать. Да. Люди, кто знает бесплатную проводу создания мувика из картинок, что бесплатно было? В смысле из картинок? Sony Vegas. Какая еще может быть программа? Sony Vegas. Очень хорошая программа для склеивания скриншотов непосредственно из игры. Ладно. Смотрим мы дальше за игрой. Что у нас? Выход на плента, видимо, намечается от команды. От команды ППГ Black. И тут секретный персон просто с... Он один просто всех принял. Минус 3 уже дал.
Остается у нас два игрока сзади, там уже Квистен обходит, кстати говоря, в дыму там сидит у нас кто? В дыму у нас кто сидит? Рыжнов у нас сидел в дыму, его не видел, кстати говоря, Квистен, и, ну, все-таки добили. 12-5. 12-5, дорогие друзья, у нас пока что вот такой счет, и Квистен все ближе и ближе к победе. Пруна, друг мой, Пруна, спасибо тебе за подписку, за поддержку моего канала. Спасибо тебе. Итак, смотрим мы дальше. 7 разниц. 7 разниц. 7 раундов у нас уже разница, ребят, извините, немножко уже заговариваюсь. Третья карта подряд, поэтому немножко уже стал заговариваться. К сожалению, у нас эко-раунд от команды PPG Black, сливной очередной. Вот, нужно как-то что-то сделать. Итак, Джам. Джам убивает все-таки у нас Денниса, но очень-очень нахилили его. Секретли Персон тоже дает минус 3 в 5 у нас ситуация. Бир имеет 44 хелспоинта. Джам у нас пунта продолжает играть. Квистен делает минус на Бире. Вандерина делает еще один минус. Остается один Давакин. И, собственно, это 13 раунд будет для команды Квикли. Квистен последний минус дает. Даблкил от него в этом раунде. 13-5. И вот очень-очень важный раунд сейчас. Очень. Для команды PPG Black закупочка, но всего 3 раунда осталось Quickly взять для победы, и поэтому надо браться. 2 АВП, кстати, закупают у нас ребята из PPG Black. Флок купил АВП, Деннис купил АВП, ну, вот так вот. Клип из картинок, ну, тебе в помощь PowerPoint обычный. Делай презентацию себе и все. Я даже не знаю, кстати, что тебе посоветовать на самом деле. Какую тебе лучше программу для просто фотки. Ну, фотки ты также можешь в Sony Vegas сделать. Вставляешь фоточку и все. Вставляешь еще фоточку, потом музычку на это делай и как бы все. Сам выбираешь, сколько там должно длиться каждая твоя картинка по времени. Бесплатная программа на любом торренте, можешь скачать. Ладно, отжимается пауза. 13-5 у нас счет. Ну и уже вот приближается у нас развязка игры. Квикли сейчас могут просто взять 14-й. И денег потом у команды PPG Black опять не будет. Вот они решили сейчас играть в 2 АВП. Флок с АВП и еще Деннис с АВП. Ну, посмотрим, как у них это выйдет. Итак... Секретли Персон не стал менять своего девайса. По 90 он играет. Флешон и полностью стоит в пунте. Джам вместе с ним. Джам у нас играет с кольтом. Нахиливает его до 48 хелспоинтов. Джам все-таки делает у нас минус. Боже, ну как этого парня сегодня остановить? С пунта он просто неудержим. 4 в 5. 4 в 5 в скрипе у нас играет Xbir. Xbir у нас играет с пунта. И 2. 2 в мейне. 1 даваки. У нас смотрит только спину. Ну вот... Хотя было 2 АВП. Уже не 2 АВП, уже 1 АВП. У нас Флок скинул. Скинул свой АВП, играет с Калашом. А зачем тогда? Смысл был, в принципе, его покупать. Смысл был его покупать. Не понимаю. Не понимаю пока, ладно. Вардарина. Зачекал под Б-плентом у нас в аркаде. Просто всех дает Дават. Сейчас должен вон флешечку. Дает молот. Попадает еще, кстати, сгорает у нас Давакин в молотове Вардарина. Вау. Смотрим дальше. 3 в 5 ситуация. Хае Барбасовец тоже хорошая. В принципе, флешечка еще дается моментально. Что Флок у нас не отвернулся. Не отвернулся Флок. Скайуокер, кстати, делал минус у нас. Итак, Xbir. Вместе с Деннисом против четверых игроков. СВП у нас пытается стреляться, но опять неудачно. Опять неудачно. И что, Квикли? 14 раунд. И денег нету. ППГ. Закупаются они на последние деньги. Рыжнов, АК, П-90 у Бира, Галил у Давакина. Что, Десерт Игл от Денниса и ТЭК-9 от Флога. Ну, то есть на последние деньги все, что можно было купить, они купили. И постараются сделать камбэк в этой игре. Ну, не знаю, получится или нет. Так, Квистен просто в смог пытается нахилить кого-то. Xbir делает минус. Ну, вот хорошее начало раунда для команды PPG Black. Выходят они просто на мидл. Кто там так жестко нахиливает? Боже, ничего себе! Ничего себе! Вот это вот в смог прострелили. Вот это да! Так, Джам у нас там веселится, кстати говоря. Джам у нас просто, смотрите, он с пунта просто прострелил в смог двоих. И Флок остается один, на под Б пунтом он, бомба валяется. И это 15 раунд за командой Квикли.
Скайуокер, 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 флок, хо-хо-хо. Скайуокер с третьей попытки все-таки попадает по последнему игроку команды. Извините, по последнему игроку команды. ППГ Блэк 15-5, last round для команды Quickly. Ладно, смотрим мы. И что, зависает у меня GoTV? Нет, отвисает, все-таки отвисает у меня GoTV. Ладно. Смотрим мы за last round. Четверо у нас под апунтом. Один у нас только Рыжнов смотрит спину более-менее, но и то. Печально очень все смотрит он. Скайуокер, смотрите, что делает просто. Он уже обошел. Уже обошел, просто выходит стреляться. Фок все-таки делает минус. Еще в спине одного замечает Квикстона, но убивает его все-таки. 3 в 4 ситуация, но надо тащить, надо не сдаваться. ППГ Блэк. Надо не сдаваться, продолжать. Продолжать пытаться тащить, камбэкнуть и придумать что-то. Смотрим. Смотрим у нас что, 3 в 4, но есть реальный шанс у ППГ Блэк взять этот раунд. Рыжнов делает минус, хорошо, 4 в 2. Джам у нас с пунта. Джам сегодня просто аплент никого не пускал. Посмотрим, пустит ли сейчас. Итак, убивает у нас одного. Остается один Вардерина. Вардерина делает минус, какая голова. Прекрасно, 1 в 2, клатч раунд, дает флешечку просто, ну, и попытается выиграть эту игру для своей команды. Тем временем у ППГ Блэк флок вместе с Биром. Остались Вардерина, ждет кого-то. На чек, вот слышал он одного игрока. И так, ой-ой-ой, а как это он так странно? Ну ладно, в общем-то, ничего не буду говорить. Вардерина берет last round, clutch round, минус 3 взял. И что, заканчивается.